мрачного сына Зевса. И простой Акумены не находила места, преследовала разгневанная жена Зевса Гера. Муж изменил, сын на стороне, а какого Гера? Oh, yeah! Зевс заявил первый, кто родится сегодня, тот будет властвовать, будет главным у огня. Гера быстро ускорила жены Персеида скорые роды, и та родила Евристея слабой и трусливой породы. Он управлял, Геракл ему подчинялся. Зевс повелел. Oh, yeah! Огромная сила Геракла была уже в колыбели. Задушил двух огромных змей, укусить не успели. Семья Геракла имеет историю печальную из-за Геры. Он убил своих родных